Всем привет, друзья! Недавно хайпанул кооперативный хоррор Lethal Company, и мы решили поиграть в него вчетвером и снять смешные моменты. Так что всем приятного просмотра. Тогда почему здесь так воняет? Тут мина, мина, мина! Ты аутил! Эти два дома взорвались, блядь, на мине! Тут есть вентиляция открытая. Из нее, скорее всего, кто-то вылезет. Тут... А еще мой отец, наверное. Ой-ой, Эрик. Моя любимая. Все, я фуловый. Мне этот Эрик, тут уточка. Уточка. Я забрал. Давайте. Вот она. Подойди к ней в упор. Ой, это не помогло. Тут по-любому что-то есть. А, тут этот цветочек. Цветок. И чё? Я смотреть надо на него. Все, он ушел. О, нет! Он не ушел. Он Лёшу забрал. Нет, это он Эрика забрал. А, Эрика? Да. Дима, давай искать пожарный выход. Сюда. Ладно. А. Класс. Давайте все проголосуем за это. Ты слышишь этот звук? Так, сегодня на обзоре гайд, как правильно перепрыгивать через мину. Чего? Вот так вот. Ты даже не взорвался? Вы не понимаете, я просто бонни-хоппер. Пойдемте сюда, давай, без Арсения, все, Арсений, ты все же перепрыгнул мину, да? Итак. Бля! Ладно. А! Я на просто. Это дура, я не заметила, она не зарегалась на меня. Эрик, знаешь, в чем прикол этой баррикады? Через нее слепой пес не пройдет. 5 minutes later. К вам псину стучится. Да пусть стучится, она не пройдет из-за баррикады. Так открывай. Все, улетаем вместе с псиной. Ой. Она Эрика унесла. Я записываю. Ой. Вообще пофиг. Саша, где ты? Рядом с Каем. Рядом с вами. Пустите, дуры! Ну, на этом наш видеоролик подходит к концу. Если вы хотите больше нарезок по Lethal Company или просто смешных нарезок в других играх, то обязательно пишите в комментариях. Но если вы хотите просто поиграть с нами в Lethal Company, заходите в нашу Discord-группу. Ссылка будет в описании. Ну а на этом все. С вами был Кармит. Удачи и хорошего дня.